К сожалению, несмотря на огромный опыт борьбы с избыточным весом в мире и на признание Всемирной организации здравоохранения ожирения самостоятельным заболеванием, в нашей стране чиновники, к сожалению, так не считают. Поэтому мы больничный лист формально выдать не можем. Однако мы используем любую возможность, например, наличие сопутствующих заболеваний наших пациентов, таких как гипертоническая болезнь, таких как сахарный диабет, для того, чтобы выдать больничный лист, вот, сообразуясь с этими заболеваниями, то есть на основании этих заболеваний.